На деревьях растут манго. Какая плодовитая долина. Мы начинаем сегодняшний маршрут от деревни Игуэсте де Сан-Андрес. Идем в сторону горы Рок де Антикера и потом в сторону Чаморги. Рядом с деревней стоят круизные лайнеры, ждут своего часа, когда им снова разрешат плавать. Это у нас Аида с губками, там еще немецкий мейншип. Это Коста итальянская, это снова Аида. Сзади меня видно горы Анаги. Если все пойдет по плану, то мы как раз туда дойдем. Сейчас мы должны спуститься по горам вниз, Плая де Антикера и к этой горе Рок де Антикера. Мы почти дошли до пляжа де Антикера и до горы Рок де Антикера. Очень красивое место. Мы уже идем в сторону Чаморги, вверх горы, и вокруг нас встречают горные козочки. Привет! Самые смелые и экстремальные ползают почти по отвесным скалам. Все, мы видим обратную дорогу. Сейчас спускаемся вниз, и там деревня Сан-Андрес, откуда мы и начинали. Сегодня у нас круговой маршрут. Я нашел долину Манго. Она выглядит так. Находится где-то в секретном месте на севере Тенерифе. Смотрите, сколько манго на дереве, а сколько валяется внизу. Никому ничего не нужно. Мы тут набрали немного, пару пакетиков с собой. Вот они, вкусняшки.